А может бы я со счетом 2-0 победу одержал Салмон Бояр Цок Кердене, Монголия. Шабат Талал, машалла. Смена судейской бригады. Помост Б. Руководитель помоста Дмитрий Васильев. Арбитр на помосте Георгий Куприянов. Боковой судья Сергей Епифанов. Помост А. Готовятся девушки. Категория 60 килограмм. Назирова Айдай, Республика Кыргызстан. И Чалбанова Жанна, Россия. Жанны Аге. Помост Б. Девушки, весовая категория свыше 70 килограммов. На помост приглашается Дорданахон Мулаева, Узбекистан. Чал.